С самого детства мамы нам говорили, что завтрак нужно обязательно есть. Это самый главный прием пищи. Сами того не знаем, мы очень часто совершаем ошибки, когда едим завтрак. Основные ошибки. Это если вы пьете кофе натощак. Поверьте, ваш ЖКТ не скажет вам спасибо. Вторая очень важная ошибка, очень серьезно часто встречающаяся, это просто сладкие завтраки. Просто каша с медом или с сиропом на завтрак не очень хороший выход. Добавьте туда лучше сливочного масла, чтобы получить еще жиры. Добавьте сыр, чтобы получить жир и белок. И тогда у вас будет полностью сбалансированный завтрак. Также не очень хорошо, когда вы на завтрак едите что-то быстрого приготовления. Например, хлопья, мюсли. Это тоже высокоуглеводный продукт, который не даст вам долгого насыщения. И уже до обеда вы будете чувствовать себя голодным, как волк. И я не рекомендую на завтрак употреблять соки либо фруктовые смузи. Это также углеводная бомба, которая будет быстро повышать вам сахар в крови, повышать инсулин, но при этом резко потом все это опустится, и вы также будете чувствовать очень сильный голод уже через час или полтора.